Попав сюда, вы уже звонили в милицию. Развезите! Просили прислать пулеметы и амуницию. Затем сделали попытку выброситься из окна. Спрашивается, какого черта, нахрена? Можно ли таким образом кого-то поймать или арестовать? Если вы нормальные часами, то легко ответите себе сами. Желаете уйти отсюда? Пожалуйста, держать не будем никоим образом. И что вы скажете в милиции, себе веря? Ну, окажетесь через некоторое время опять у нас в лечебнице, потому что... Когда вы в кальсонах заявитесь в милицию, что стало походить на вашу традицию? Встречались с человеком? Скажите «да». Который знает Понтия Пилата и вам предоставят авто и моментально доставят сюда. Зачем же самому ловить человека? Лови! Без труда! Бегать-то зачем? Изложите на бумаге. Вы же не коллега. Ваши подозрения и обвинения против этого человека. Нет ничего проще, как просто переслать вашу бумагу куда следует и подождать, и подождать, и подождать. Условие, не перенапрягайте свой мозг. Поменьше думайте о Понтии Пилате, будет впрок. Кого вы слушаете? Мало ли можно что рассказать. Не всему же надо верить. И не надо так порхать. Выдайте по эту бумагу и коротенький карандаш. Кислород попробуйте и в ванной, в полный пейзаж.